Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на фестиваль «Времена и эпохи». Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Итак, друзья, мы на территории усадьбы. И начались уже постройки. Так, это восстановленные дома. Называется усадьба Кузнеца. Это два дома вот. И в них можно зайти. Там внутри музей. Все расскажут, покажут. Вот. В этом вот домике, вот который вот посередине, где он, вот. Там кузнец. И он кует различные предметы, сувенирку из металла. Вот такие вот большие дома. Вот, посмотрите, как красиво. Ой, сегодня такая погода прям нелетная. Кошмар. Здание такое вот с тех времен в стиле. Дошли до усадьбы коломенского крестьянина. Вот дом. В этот дом тоже можно войти, посмотреть. Вам все расскажут, покажут. Там тоже очень интересно. А на территории усадьбы есть прокат спортивного инвентаря, аттракционы. Они находятся вот там. Мы вошли на территорию усадьбы со стороны улицы Новинки. Вот. Там вот деревья. Фруктовые деревья. Это школа, друзья. Раньше была здесь вот такая вот школа. Небольшая. Очень красивое здание. Интересное. Начались различные магазинчики, в которых продают различные сувениры, а также вкусную еду. Вот. Сейчас я вам покажу очень красивые домики. Вот вы их уже видите. Практически вот сейчас поближе. У них есть свое название. Этот вот домик называется «Чайная». Этот домик называется «Блины». Это трапезна. Так, машину поставили, не пройти. Ой, какие красивые цветочки. Бархатцы, еще какие-то. Так, это кофейня. Так, это коломенский дворик. Домик называется. Вот они здесь все стоят. Красивые все. Друзья, ну что, подошли мы к площадке, где проходит фестиваль. Посмотрите, сколько много палаток. Или как они правильно называются, я не знаю. Как их много. Посмотрите, и там вот люди сидят в костюмах. Вот, очень много. И здесь тоже, с этой стороны, как интересно. Вау, там что-то жарят, парят. И печка стоит. Вау. Как интересно. Идите. А там может мне эту сторону пора пройти. А, это называется... этот участок называется степь.
А сюда можно? Нельзя, да? Нельзя, сказали. Степной народ, наверное, может, тип. Чуть попозже. Хорошо. Сейчас следующий человек придет? Угу. Что-то готовят. Горы, друзья, посмотрите. Так, пойдем сюда, все. Какая-то тележка. Интересно так. Солнышко выходит, как круто. Вау. Вот готовится. Одевают костюмы. Так, а я пойду дальше. А вот здесь будут проходить бои, как конные, так и пешие. Друзья, здесь продают еще различную одежду. Прикольную. Такой вот небольшой палатки. Какие-то аксессуары. Сейчас посмотрим, что там продают. Здрасте. Вот. Какая красота. Итак, перешел на другую сторону площадки. Вот, смотрите, там уже пьют чай или что-то еще. Может, покрепче. Очень красиво. Очень много палаток. Так. Идемте дальше. Вот замерзли, стоят бедняжки. Красота. Усадьба. Клуб усадьбы Псков называется. Вот это вот. Вот эта часть. Так понимаю. Так, идем дальше. Так. Ой, это какой-то берег. Так, это драконы Марии. Вау, флаг даже есть вот там. Драконы сидят. Все в костюмах. Так. Идем дальше. Алло. Откуда? Какая красота. Костер разожгли. А когда можно будет входить? Или это платно? Нельзя. Сюда нельзя, да? Экскурсии организовывать через... А, ясно. Нам экскурсия не нужна. Идем дальше. Да уже поздно. Так, а здесь что? Здесь тоже что-то продают, какие-то ткани. Лен, наверное. Ну, очень высокий слез культура, а потом мы пришли и покупали. А вот, и мы за два века очень много все сделали. Это лен, друзья. Вот, видео. Красивые люди ходят. Друзья, посмотрите на конях. На конях ходит девушка, как красиво. Вау. Принять.
Я какой-то в болото вошел. Вот здесь продают шкуры животных диких. А там я про мало сказал. 25 это было когда? А тут церковь. На Куликовке было. А здесь небось полтора ляма. Полтора ляма. Здесь продают бочки. Здесь продают кольчуги, щиты. Кольчуга. Здесь продают стекло, друзья. Смотрите, как красиво. Палатки такие вот, в них люди в костюмах. То, что в средневековье, в реальном средневековье было вызвано практическими соображениями, по современной реконструкции культивируется, столько потому что палаток, это, вообще... это передает дух эпохи, и то, что участники церковь, нашего фестиваля, участники церкви, наверное, викингов, друзья, пришли мы на набережную. Так, продолжаю снимать, показывать прогулку по усадьбе. Смотрите, вот здесь есть родниковая вода, родник. Для питья непригодно, к сожалению. Такой вот родник. Так. Пойдемте дальше. Вау, как красиво! Посмотрите! Сколько раз прихожу, столько раз я восхищаюсь каждый раз. О, сейчас я упаду. Так. Сейчас я упаду точно. Так. Вау, наконец поднялись. Вот с такого ракурса еще покажу вам. Вау, как красиво на камере показывает на экранчике. Так, и начнем, друзья, экскурсию. Вот это здание называется Церковь Вознесения Господня. Вот это вот
1532 год. Это здание входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вот это вот именно это здание. Пойдемте дальше. Это водонапорная башня, вот эта вот левая. Я там внутри тоже был. Там ничего такого интересного внутри, в принципе. Там макет внутри есть, как эта башня работала в те времена. Какие-то картины. Вот, ну как бы и все вроде бы. Так, это колокольня. Ой, дождь идет вообще. Колокольня. Так. Идемте дальше. Вертолет летит. Вот. Очень сильный дождь пошел. Очень хорошее место, красиво. Я очень люблю очень по усадьбам гулять. Колокольня первая половина какого-то века. Вот колокольня. Так, это церковь. Да что они разлетались-то? Так, это церковь, сейчас скажу, как называется. Так. Парам-пам-пам. Церковь Святого Георгия, память гарнитуры 1843 года. Вот. Пойдемте дальше. Вот свысока вам покажу эти прекрасные, красивые здания. Правда, красиво. Ставьте лайки, друзья. Комментируйте. Мне очень приятно. Вот. Вау, как красиво там, смотрите. Охренеть. Так. Ну, это главные ворота. Главные ворота. Так, пойдемте внутрь туда. На территорию зайдем. Шикарно. Друзья, очень много вижу японцев, китайцев. Очень много. Так, пойдемте туда. Друзья, пройдем сейчас через эту вот арку. Она еще осталась всех времен. Ее немножко подреконструировали. Вот, а так пойдем дальше. Так, это домик Петра Первого. Там внутри комнатки, где он жил, что он ел, где ел, где спал. Вот тут вот информация какая-то. Вот можете почитать. Так, вот так. Это, кстати, подлинник. Так, это подлинник. Вот информация. А, да. Единственный в Москве хранившийся дворец царя Петра Первого был построен на острове Святого Марка в устье Северной Двины близ Архангельска. Так, царь прожил в нем 2 месяца во время строительства укрепления Неводвинской крепости и военных кораблей.
1934 году домик Петра I перевезен в Коломенское. Вот такая вот история. Подлинник. 100% подлинник. Представляете, сколько лет этому домику? Боже, как их много. Очень много. Китайцев, японцев, не пойму кто. Такой домик. Тут есть еще якоря. Тоже подлинники, я так понимаю. Естественно, памятник самому Петру Первому. Вот он стоит. Посмотрите, какая красивая церковь. Какие большие купола синего цвета. Красота. Не умещается в объектив. Жалко. Друзья, посмотрите, какой красивый вид. Друзья, знаменитые коломенские яблоневые сады. Вот их здесь очень много яблок. Сюда приходят люди, берут с собой еду, ложатся на траву и отдыхают. Но сегодня, конечно, их нет, потому что погода не позволяет, а так здесь много людей бывает. Друзья, посмотрите, даже ребенка нарядили. Ой-ой-ой, где он? Стоп! Ой, ребенка нарядили. Ой, как интересно. С родителями гуляет. Ой, здесь тренируется. Люди. Занимаются рукоделием девочки, вот что-то шьют. Друзья, здесь продают, значит, такую красивую посуду из глины. Глиняная посуда, посмотрите, какая красота. Вот нарисовано, там это еще ручная работа. Сейчас я покажу визиточку, друзья. Вот. Значит, телефоны какие-то. Адреса, контакты. И спасибо. Друзья, посмотрите, а это хлеб. Какой он большой. Это настоящий, да? Да.
Смальц сказала, рубленная, притопленная вместе с чесноком и специей, а хлеб без дрожжевой, без солевой, на хмелевой закваски. А сколько кусочек стоит? 150 рублей. 250 со смальцем. Спасибо. Машину тебя ничего не сделали готовыми, поскольку они их завернули, люди их не видят. Да, они подходят, когда будешь компакт. Взять, какое красивое местечко нашел. Смотрите, палаточка, значит, люди вот что-то готовят. Рубят дрова. О, как интересно. И у них здесь скот. Скот, козы и овечка. Ой, там так, тут так все. Тут так все залито водой. Какая умная коза. Спасается от наводнения. Белка! Кс-кс-кс-кс. Она не хочет сниматься. Так, я надеюсь, не утону. Все, сейчас я утону. Девочки, мальчики, привет! А что вас сюда-то засунули-то в это болото? Бедняжки. Ой, какая красивая. Садурка. Кс-кс-кс-кс-кс. Кто-то смотрит. Барашка. Чего? Что скажешь? Здесь, друзья, снова что-то продают. Аксессуары. Какие-то поделки. Из дерева. Кожи. Вот. Все продают. Ой, там какие-то корзины. Вау, как красиво. Это все ручная работа. Смотрите, как красиво. Вот там девушка поет. Это все из глины сделано. Пойдемте дальше, тут опять что-то продают. Люди фотографируются. Там зонтик дай мне, пожалуйста. Вот. И отдыхает. Ой, красивая девушка. Там стекло. Это я уже вам показывал. Ой, какая красивая девушка. Ой, шикарно. Вот там здесь еще красиво ходят. А что ты как-то вообще раздет? Да, я просто за ним сейчас вспомню.